Налоговые льготы, кому они положены и какие отменили, расскажем в нашем сюжете. Основные налоговые льготы – это вычет по земле и в размере 600 к людям пенсионного и предпенсионного возраста. Вычеты по земельному налогу многодетным семьям, ветеранам труда. Все эти льготы носят беззаявительный характер. Если ранее когда-то предоставлялась льгота, то, соответственно, сведения в налоговом органе у нас имеются, и она будет предоставлена автоматически. Но если вдруг по какой-то причине, увидев в личном кабинете или получив налоговое уведомление без предоставления льготы, то можно обратиться или в инспекцию, или в МФЦ с заявлением, что по какой-то причине льгота не предоставлена. С прошлого года перестала действовать так называемая льгота на Платон. То есть уже в этом году тем, на кого оформлена программа, придется уплатить налог в полном размере. Исключений ни для кого нет.